Добрый день, уважаемые друзья! Представляю вам очередную посылку, которая пришла с Алиэкспресса. Давайте вместе с вами ее вскроем. Посмотрим, что пришло на этот раз. Довольно плотно упаковано. Открываем и видим, что пришел... У нас пришла у нас отвертка, мультиотвертка так называемая. Смотрим, вот такого качества. Откроем, посмотрим внутри, что у нас находится и как выглядит. Видим, что это такая отверточка. Сама ручка немножко скользковатая, но ничего. Здесь у нас патрон. Посмотрим сами биты, какие у нас биты здесь имеются. Биты среднего качества. Смотрите, топится полностью. О, провалилось туда. То есть, по идее, там можно и хранить какие-то отверточки подходящие. Ну... В общем, такая отвертка. Проверить, как она отвертывать будет, сложно. Есть удлинитель. Может, она вот так делается? Вот таким образом. Что хорошо, что она намагниченная, то есть чувствуется намагниченность. Попробуем болтик. Да, то есть за данный комплект стоит 310 рублей. Видно, что он намагничен. То есть есть намагниченность, есть длина отвертки, можно регулировать. Так уже, конечно, не положишь, она не портативная. Есть какое-то отверстие, то есть, я так понимаю, чтобы крутить можно было. И в эту сторону. Вот так вот. Ну, вполне себе набор за 300 рублей с Алиэкспресса. Можете заказывать. И я думаю, он будет вас радовать. По количеству бит здесь у нас 3. Ремонт идет. Минусовые биты, плюсовые биты довольно много. 6-гранные биты и 3-гранные биты. Плюс есть вот такая интересная битка маленькая, тоненькая. В общем, набору ставлю 5, советую к приобретению за 300 рублей, можно приобрести себе в хозяйство. Подписывайтесь на канал, еще больше различных обзоров, еще больше интересных штук с Алиэкспресса за копейки. В общем, рекомендую к покупке. Увидимся.